Всем привет, ZBrush 2019. Давайте продолжать доделывать медика. Так, в этом ролике, наверное, пока я не буду доделывать вот эту шмотку, давайте сделаем сзади вот этот аппарат. Как его будем делать? Будем делать его с куба. Так, нажимаем в саптулах append, добавляем куб. Вот такой вот. Жмем английскую N, если много сабтулов. И переключаемся на куб. Следом давайте с помощью гизмо все это дело вот так вот уменьшим. Подгоним по спине. Так, можно нажать S. Фу, пардонте, я как в блендер уже. Вот за желтый квадратик вот этот. И поместить все это дело к спине. Так, здесь немножко его уменьшить и немножко где-то вот так вот поставить и чуть-чуть повыше. Вот так вот. Ну, в принципе, куб устраивает. Что теперь нужно сделать? Кубу нужен дубликат. Можно, конечно, маскированием тут все делать. Допустим, вот что-то вот так вот пробел нажимаем. Как-то вот так все это дело. Сначала сделаем, наверное, DynaMesh. И вот так все это дело можно теперь маскировать. Делать Ctrl-I. И вот с помощью вот Gizmo делать Scale. Вот так. Получается что-то вот в таком духе. Но это не есть хорошо. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Снимаем маску и будем работать уже с дубликатами. Так, делаем дубликат. Ставим вот в такое положение. Следом все это дело можно немножко скайл и сплюснуть. Получается ровно, классно, зашибись. Смотрим, чтобы вот эта вот стенка нормальная была. И переводим его вот сюда вниз. Вот таким образом. Делаем ему теперь опять же дубликат. Вот дупликейт. Поднимаем его кверху. И делаем еще потоньше. Как-то вот так вот. И чуть-чуть пониже его опустим. Следом делаем опять большому вот этому. Так. Вот этому большому кубу. Прямоугольнику делаем опять дубликат. И поднимаем его кверху. Вот так. Ну, в принципе, прикольно. Так, теперь нам понадобятся цилиндры. Сначала append сделаем бачок сбоку. Делаем, значит, цилиндр вот этот берем. Вот, гладкий. Вот такой. Так, смотрим N английское, переключаемся на него. Делаем ему scale с помощью гизмо за желтый квадратик тянем. Что-то вот в таком духе получается. Теперь все это дело попробуем замаскировать. Ctrl-I, Ctrl-I. И вот так вот вытянем бак. Что-то в таком духе. Снимаем маску опять с помощью гизмо, можно его перетянуть сюда. Уменьшаем. Делаем его поменьше. Подставляем еще вот сюда сбоку. Как-то вот так вот. Ну и в принципе ничего так нормально. Потом нужно вот этот куб объединить и чуть-чуть его уменьшить, наверное. Так, теперь нам понравится append. Еще один цилиндр, только теперь вот этот цилиндр 3D, а здесь сферический цилиндр. Так, N английская. Переключаемся на него. Делаем scale. Поменьше. Опускаем его вот сюда. Подтягиваем, подгоняем и делаем еще раз scale. Смотрим, что да так, чтобы он сильно не был маленьким, потом исчезнет при DynaMesh.
Так, немножко его вытягиваем. Делаем ему еще скайл. Ну, что-то вот в таком духе. Сразу его давайте выровняем. Где-то вот так приблизительно. Ну и нам нужен теперь будет кран. Так, здесь возможно даже еще побольше его поставить. И чуть-чуть, наверное, еще поменьше. Вот так. Вот так. Делаем ему дубликат. Теперь его перекручиваем. Опускаем вниз. Вот таким образом. Уводим в бок. Делаем ему побольше скайл. Чуть-чуть вот сюда вот его выводим. И опять делаем ему дубликат. Теперь мы делаем ему скайл побольше и сплющиваем. Вот так вот. Вот что-то в таком духе получается. Это будет как бы задвижка. Потом все еще подгоним, подровняем. Нам нужны теперь вот эти два цилиндра боковых, верхних. Это как мотоцикл, я показывал делать цилиндры на мотоцикл. Опять нам понадобится вот этот цилиндр. Так, давайте возьмем, наверное, вот этот цилиндр. Опустим, так, сделаем дубликат и опустим вниз, чтобы потом при именно совмещении не попутать. Так, делаем ему теперь скайл, чтобы видеть. И вот с помощью гизма первый подставляем вот сюда. Так, сплюснем его вот так. И Ctrl, дублируем левой кнопкой мыши. Вот у нас должно здесь вот так стоять два штуки. Сначала делаем, наверное, полностью один, Ctrl-Z, а потом все это дело продублируем. Теперь вот этому делаем дубликат. Делаем его побольше. Сплюснем его побольше. Выведем его вверх, чтобы видеть. Так, и еще немножко его сплюснем. Вот так. И теперь Ctrl. Дублируем. Расстояние побольше делайте, чтобы если Dynamesh будет, чтобы они сильно не слиплись. Еще кризы можно поставить. Так, теперь Ctrl выводим верхнюю вот эту часть. Так, делаем его побольше. Как бы вот так вот. И потолще. Снимаем маску. Так, Ctrl-Z, Ctrl-I. И вот эти, наверное, уменьшим еще побольше. Так. Как-то вот таким вот образом. Ну вот теперь вроде что-то как-то лучше. Так, теперь все это дело можно объединить. Делаем merge down. Окей. И делаем Ctrl левая кнопка мыши. Вытягиваем вторую сюда. Генератор. Теперь нам понадобится, находим N, находим большой куб вот этот, да, и делаем ему дубликат. Выводим его вот сюда вот в бок, делаем ему скайл, сплюснем и подставляем сбоку. Так, еще немножко сплюснем. Где-то вот такая штука должна получиться. Чуть-чуть выдавливаем. Смотрим, как он тут расположился. Чуть-чуть можно растянуть. И нам понадобится теперь сфера. Ну, в смысле цилиндр. Находим N. Находим какой-нибудь цилиндр. Ну, давайте вот этот. Делаем ему дубликат. И поднимаем его кверху. За вот эти горелки. Теперь мы его выводим вот сюда. Делаем ему скайл.
сплюснем, это будет типа как подключение шланга. Так, вот таким вот образом ставим и чуть-чуть еще скайл. Теперь Ctrl, левая кнопка мыши, перекручиваем его. И подставляем снизу, делаем ему скайл, ну можно чуть-чуть его надуть, ну в смысле растянуть. И подносим его снизу, чтобы он был виден. Так. Ну вот, в принципе, такой вот простой агрегат. Тут еще вот провода соединятся снизу. Ну а пока... Что-то в таком духе. Так. Ну, в принципе, по размеру он подходит. И не надо его, возможно, уменьшать. Единственное, что можно сделать, это N. Так, выбираем куб. Следом проверяем, опускаемся вниз. Вот это нам не надо. Пока не надо. Вот эту розетку еще вниз дальше опустим. Нам нужны именно вот этот, вот этот, вот этот и еще один мелкий. Вот мелкий поднимем кверху. Итак, проверяем вниз, вниз. Это уже не надо. Сначала нам нужно объединить вот этот куб, в принципе, нам не надо объединять. Давайте вот так вот сделаем. Shift, левый клик на глаз, ставим обрезку, вот эту резку ставим, вот эту Trim Curve полосу. И вот этот бок вот так вот срежем, вот таким вот образом. Ну а теперь нам нужны все вот эти вот три запчасти. Мы их делаем merge down, merge down. Вот они у нас три штуки. Теперь включаем видимость вот этих двух сабтулов и ставим прозрачность. Вот эту вот клавишу trust. И делаем срезку тут им. Так. Ну вот уже прикольно. Теперь можно включить вот эти сабтулы. И вот эти сабтулы можно... Ну, цилиндры не надо, а вот кубы в принципе можно объединить. Так. Объединяем вот с этими полосками, чтобы потом вдруг можно было замаскировать и сделать полигруппу, отделить. Ну, вдруг косяк какой будет. Так. Так, баллон пока не надо. Через Shift включаем видимость всех сабтулов. Ну, в принципе, он как-то по размеру подходит. Меньше его, по-моему, и не надо делать. Так. Объединим его, наверное, полностью, баллон этот. И чуть-чуть вот так отведем назад.
Вот таким вот образом сделаем. Так, чуть-чуть его, наверное, можно сплюснуть. Ну, а теперь вот с баллоном. Какой-то крепеж ему тут нужно для баллона сделать. Ну, давайте возьмем опять же цилиндр какой-нибудь. Сделаем ему дубликат. Поднимем его кверху. Сделаем ему скайл. Ох, Ctrl-Z. Еще скайл. Теперь сплюснем его. Ну и как бы вот подтянем сюда. Ну вот что-то в таком духе получается. Давайте сделаем теперь ему очки, чтобы они были в комплекте. Потом надо, конечно, и ствол сделать. И уже тогда доделывать вот этот костюм. Итак, давайте персонажу теперь сделаем очки. Так, откроем. Давайте тул. Выберем цилиндр. Alt, левая кнопка мыши. Заходим в Initialize, и вот этот Inner Radius будем уменьшать. Так, ну, чтобы симпатично смотрелись, чуть-чуть потоньше сделать надо. Но так, чтобы при Dynamesh потом это все в убожество не превратилось. Так, ну и вот такая заготовка. Сделаем Make Polymesh и сделаем экспорт. Очки. Теперь предварительно, кстати, сохранитесь, чтобы у вас вот это все не пропало. Она, в принципе, не должна пропасть. Я не понимаю, что происходит. Не надо было, наверное, Make Polymesh сжать. Ну. Раньше такого не было. Так, ну косяки неизбежные. Делаем теперь. Опускаемся в самый низ. Выбираем какой-нибудь Mesh и делаем append. Ладно, давайте сделаем дубликат и на импорт, на этот дубликат очки, вот эту заготовку импортируем. Так, что получается тут? Перекручиваем, сплюснем. И скайл уменьшим все это дело. Вот очки, вы видите, насколько маленькие стали. Тонкие. Нужно было делать потолще на стенке. Так, вот сюда вот подставляем. Так. Вот таким вот образом. Чуть-чуть их поднадуем. И глазу подставляем. Так, в качестве эксперимента пробуем именно инфлат. В деформации. Ну вот инфлат уже нормально надувает.
Что тут сбоку получается? Делаем еще потоньше. Ну, так. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И инфлатом чуть-чуть их поменьше. О. Вот таким вот образом. Перекручиваем и подгоняем к носу вот сюда. Tense. Теперь делаем дубликат всему этому делу. Subtool, делаем дубликат. Вытягиваем его вот сюда. И попробуем все это дело уменьшить. Tense. Ну, вот по носу, чтобы более-менее попало. Так. Потом поднадуем и немножко можно сплюснуть вот так. Теперь ставим вот эту резку и обрезаем его. Так, делаем Ctrl-W одну полигруппу и надуваем все это дело инфлатом опять в деформации. Инфлат. Ну, вот так вот. Потом объединим и уже подгоним, подтянем где-то что-то. Так, теперь нам понадобится опять куб. Так, еще один. Вот, вот этот делаем дубликат. Сапту вот этому наносу, что душка. Делаем дубликат. И с помощью мов и гизму ее вот, наверное, до уха оттаскиваем. Так, сначала сделаем ей скайл, чтобы видеть. Перекрутим. Вот так как-то подкрутим. И подставляем за ухо. Вот нужно еще будет ухо немножко подкорректировать. Или, наверное, чуть-чуть ее перекрутить и увести подальше в голову. Вот так вот. Ну, а теперь нам понадобится куб. Это уже append, потому что заготовки нету. Мы ее объединили. Делаем куб. Фрейм уменьшаем. Вот здесь есть, если вот такая ситуация получилась, то вот он зум. Так, вот такая штука. Переключаемся на куб. Все это дело вот так вот сплюснем. И вот так вот тоже сплюснем. Вытаскиваем на эту сторону. Alt, левая кнопка мыши. Делаем ему скайл поменьше прям. Вот так вот. Перекручиваем. И подставляем вот сюда. Это самый простой такой способ. Конечно, можно еще тут гаечки поставлять в очочки. Ну, в принципе, они не столь важны. При Dynamesh тут большинство деталей исчезнет. Поэтому слишком такие детали лучше не делать. Это если модель у вас будет именно, ну как вам сказать, ну просто модель. Можно там до миллиона ее гнать, как хотите. У кого на 3 миллиона тянет комп. Вот так вот это как-то подставить. Еще чуть-чуть потоньше. Так, ну вот уже очки.
Смотрим, где какие косяки. Гизму отключаем. В принципе, чем вам не очки, правильно? Так, вот эту душку можно еще немножко скайл уменьшить и немножко подкрутить. Вот так как-то. Ну и само собой обрезать ненужные детали. Теперь очки вот эти полностью объединяем. Так, смотрим, на какой мы детали. Делаем merge down. Окей. И до конца их, чтобы это был один subtool. Так, вот он объединен. И здесь нам поможет геометрия. Modify topology mirror and well. Ну, вот такие очки уже у персонажа, и он вроде как более стал похож, да. Ну, в принципе, вот и все, что я хотел в этом ролике вам показать. Ему еще ствол нужно будет сделать, покажу как. И вот уже где-то что-то пролепить, вот штаны, еще обувь добавить. Это в следующем ролике сделаем. Он, наверное, будет последыш, потому что делать мне нечего. Сейчас, может быть, дальше начну все это дело доделывать. Все, всем пока, до свидания.